Не нравились эти ваши успехи кому-то, правда? Кому же не понравится, в боксе, в борьбе там еще покупается и медали делят по тем странам, где этот спорт прогрессирует или им занимается. Покупается все-таки. А вы не знали? За бабки. Золотые медали. А в тяжелой атлетике? В тяжелой атлетике нет. Надо пахать. Надо пахать. Ну, там же борьба. Лег, получил балл, а тут же штангу, ее, как ее купишь? Ее же поднимать надо. Если ты ее не поднял, кто тебе медаль даст? Вот до сих пор идут бодяга, что Жаботинский, мой друг, обманул Власова. Нонсенс, как можно обмануть? Как можно обмануть? 3 судьи на помосте и 5 в жюри сидят. Он мне тоже доказывал, что он не обманул Власова, это была тактическая борьба. Да никакой там борьбы не было тактической, абсолютно. Он дважды мне рассказывал, и первый раз под хорошим настроением, а второй раз уже так вот патриотически. Ну, это знаем. Не знаю, что там он говорил. Толкни он 212 Власов, Жаботинский 20 бы не толкнул, потому что это был психологический вес.